Короче, ребята, нашел я это местечко. Обалдеть, классно. Итак, я решил себе сейчас приготовить овсянку. Овсянка будет у меня... Проехал я 100 километров от Берлина, сеточка на сидушке вообще божественно, то есть жопа вообще не устает, классно, я рад, что ее купил. Да, осталось мне 50 километров до места, которое я на карте себе пометил, так что сейчас в туалет схожу и поеду дальше. Так, ребята, приехал я на это место. Тут вот все так благоустроено. Ух ты, прикольно. Надо будет туда подняться. Точно. Ладно, ну я туда не хотел. Это может быть на обратном пути. Я хочу к водичке. К озеру тут где-то там вот надо. Так. Вот сюда я хочу. Ну что, погнали. Рискнем. Короче, ребята, нашел я это местечко. Обалдеть, классно. Райский уголок дикой природы. Красота. Так, ребята, я тут наконец-таки нашел отличное местечко, где можно вот просто чисто отдохнуть и насладиться природой. Тут вот озеро сзади меня. А слева от меня, я сейчас вдоль него, вы видели, да, это был такой небольшой канал, там какая-то плотина была, ну там это не интересно, мне вот важно было именно вот это место, то есть оно обалденное, сюда вот даже с палаточкой приехать, зависнуть можно, блин, красотища, теперь я это место знаю, так что
Может быть, на будущий год, когда вот сезон будет, когда тепло будет, с палаткой сюда надо будет обязательно приехать. Классно. Мне нравится. Водичка, спокойствие. Тишина обалденная, бля. Красотища, сейчас я вам покажу. Смотрите, поляна, да, вот. Вот там я заехал. Сюда. Тут вот у меня мотоцикл стоит. Такая отличнейшая поляна. Там лесок. Там тоже лесок. Тут вот берег озера. Вообще, блин, ребята, это обалденное место. Как мне этого не хватало. Так что сегодня у меня обалденная вылазка. А то, что на улице пасмурно, да и пофигу, лишь бы дождя не было. А даже если дождь будет, тоже пофигу, у меня есть еще дождевик есть. Так что не страшно. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас здесь. Лесок. Ай, а запах какой, а? Хвоя. Ну-ка. Красота. Тут, конечно, дорога куда-то уходит, но мне это сейчас не интересно. Я хочу обжиться немножко на этой полянке. Так, ребята, как раз время сейчас обед. Сейчас я буду готовить нам кашу. Я же взял все с собой для этого. Сейчас такой небольшой лагерь здесь разобью. Без палатки, конечно. Но вот, покажу вам, да. Здесь у меня вода, дождевик. Там перчатки водонепроницаемые. А все остальное в рюкзаке. В принципе, я ехал налегке. Так что я сейчас камеру поставлю на штативчик, чтобы было удобней. И будем каши варить. Блин, я доволен вообще. Давно я не был на такой природе. Вот такие места надо искать. Вот чтобы знать, куда, блин, можно было бы. Потом, вон там тоже классно с той стороны. Короче, ребята, я доволен. Класс, вообще красотища. Я так доволен, что нашел это место. Обалденно. Сейчас. Сейчас сначала, наверное, попью чайку. А потом приготовлю что-нибудь покушать. Как раз сейчас 5 минут первого. Ну, нормально. Посижу потом тут еще какое-то время, побуду. И потом, наверное, поеду домой. Знаете, чего мне вот здесь не хватает? Вот это столика, реально. Вот был бы какой-то столик, или надо что-то придумать себе на мотоцикл, какой-то импровизированный столик, чтобы можно было удобно что-то делать. Так, кажется, дождь собирается. Непонятно. Вроде как на мотоцикл пару капель упало. А, тут такая погода, честно, не поймешь. То ли... Так ощущение, будто вот-вот ливанет. Хотя, ну не знаю, надо посмотреть сейчас по телефону, что вообще телефон на эту тему говорит, на тему погоды локальной. Так, так, интернет тут благо и есть. Погода, погода, погода. Не, ну погода. Погода, мне телефон говорит, что вообще ништяк. Ну, то есть облачно, только вечером в 18 часов будет 40% вероятность, что будет дождь. Так что нормально. Я вот не знаю, с чего начать. Или попить чайку, а потом приготовить кашку. Или сначала кашку, а потом чайку. А, сейчас что-нибудь придумаем. Ну, тут еще туристы ходят. Ну, они по той стороне. У меня далеко. Ладно, ребята, сейчас попью сначала чайку. Сориентируюсь тут, а потом буду делать кашку. Ой, блин! Для этого я взял с собой термос, залил в него кипяточка, взял, соответственно, чаек, упаковку, ну и сейчас что-нибудь придумаем. Да? Вместо столика буду использовать пока сиденье. Блин, правда, оно скользкое из-за этой сеточки новомодной. Зато, кстати, сеточка обалденная. Я 100 километров проехал, то есть я мог бы дальше ехать, просто в туалет захотелось. Так что сетка, вещь. Кофе я на этот раз растворимый не стал брать, я его пить не могу, такая гадость, блядь. Этот кофе,
пить, если только нормальный кофе. Ау. Упал. Ну ладно. Постой пока тут. Не, ребята, ну поляна здесь вообще божественная. Вот только кто-то после себя тут немножко свинства оставил. Вон, смотрите. Вон. Какое-то одеяло, блин. Ну, могли бы с собой увезти. Честное слово, блин. А так здесь вообще классно. Обязательно я это место запомню. Поставлю метку на карте у себя, чтобы знать, что вот я здесь был, и здесь классно. И... следующий год, когда потеплее будет, чтобы уже с палаточкой, знаете, с палаточкой сюда приеду и заночую. Так что, вот такие вот дела. Тут даже люди, по-моему, костер жгли, вон следы от углей есть. В принципе, здесь можно даже и костерчик пожечь, как бы от деревьев далеко. Просто здесь... в лесах опасно костры жечь, ну, могут оштрафовать и из-за угрозы пожара, да и пожар можно ненароком тоже наделать. Поэтому в плане костров. Вот эти все озера, тут их, кстати, много этих озер в округе, если так по карте посмотреть, они вроде как сделаны были искусственно, как водохранилище. Это еще в ГДРовское время. Я сейчас, кстати, нахожусь в Бранденбурге, но это как раз Бранденбург, граница с этим, как его, с Заксоном. Ну, это по-русски Саксония. Тут прям вот граница где-то вот здесь, она прям должна проходить прям по этому, по озеру, по-моему. Природа здесь мне даже нравится больше, чем в Западной Германии, где все ухожено. Вот мало слишком диких мест вообще в целом в Германии, вот где можно прям вот дикарем вот так вот прийти, чтобы вот не обустроено было. Вот этого мне не хватает. Вот одно место вот это я сейчас нашел. Обязательно я метку на карте поставлю и буду наслаждаться. Так, чаек у меня уже, наверное, заварился, ну-ка. Ну-ну-ну. Сейчас. Потом кашку. Эту, как ее, овсяную, с бананом, с орешками сварю на горелочке. Отличный сегодня денек. И тишина такая прям. Кайф. Итак, я решил себе сейчас приготовить овсянку. Овсянка будет у меня
с бананами и с орешками. Давайте покажу, как я ее делаю. Сейчас у меня на горелке разогревается водичка. Сюда я засыпал, ну, грамм 50 овсянки, так на глазок. Добавим столько же сюда немножко орешков с изюмом. Так, приблизительно вот на глазок. Думаю, хватит. Ну и, соответственно, сейчас сделаем туда банан. Получилось у нас что-то вот подобное. То есть там внизу овсянка, здесь орешки и банан. Потом сейчас закипит вода, я это все дело залью. Она постоит немножко, заварится. И потом уже можно будет это дело употреблять в пищу. Я делаю именно так. То есть я не вижу смысла в варенье отдельно как-то каши. Мне достаточно кипятка и все. Молоко, я сразу скажу, я не использую. Я молоко с детства не пью, поэтому... как бы мне, ну, нафиг не нужно. Вот так вот. Ну, вода уже почти закипела. Так что надо будет... Хорошо, что я мешок мусорный взял, чтобы мусор с собой увезти. Чтобы мне не захламлять здесь эту замечательную поляну. Так. Ну что, кашка моя заварилась, в принципе, уже готова к употреблению, поэтому я буду ее сейчас поглощать. Вкусно? Плюс, сами знаете, на свежем воздухе оно и так все в разы вкуснее, чем вот просто дома это же самое есть. Я говорю, у меня сегодня выдался свободный день. Несмотря на то, что пятница, я бы мог просто тупо просидеть этот весь день дома. А тут выбрался на природу. Так что, ребята, чего вы дома сидите? Вот не надо дома сидеть, у вас есть мотоцикл. Если есть какая-то природа вокруг, езжайте на природу. Честно, я вот даже сейчас, вот находясь здесь, думаю, блин, а чё ж я палатку не взял? Вот была бы палатка, может быть, и остался бы. Хотя нет, завтра у меня дела, поэтому остаться не получится. Это я сейчас немножко лукавлю. Но ощущение такое есть, что вот с удовольствием бы здесь остался. Здесь вот просто такая, знаете, идиллия, тишина. С одной стороны деревья, лес, с другой стороны озеро. Такие легкие волны к берегу. Так, вообще обалденное ощущение, ребят, не передать. Плюс очень вкусная каша. Так, ребята, я уже нахожусь на этом месте, скажем, часа два. Время пролетело очень незаметно. Я тут поснимал еще видео для канала. В общем, уезжать не хочется. Честно, надо в следующий раз приезжать сюда обязательно с палаткой, потому что местечко обалденное. Я вот здесь поставлю палатку прямо на берегу водички. Прям, ох, прям вообще будет шикарно. Так что... Ну, а сейчас, я думаю, пора закругляться. Потихоньку сейчас соберу свои вещички. У меня их, благо, немного. И поеду в сторону дома. Часа через два приеду домой, смонтирую, может быть, сегодня даже еще видос какой-нибудь. И вот такие вот дела. Так что, ребята, если есть возможность куда-то выехать, природа недалеко, погода еще позволяет,
не сидите дома. Я вот тоже мог бы сейчас просидеть дома, просмотреть какой-нибудь тупой сериал и не увидеть вот этого всего. А это же так здорово. Так, ребята, поехал я потихоньку домой, собрал тут свой мусор, даже и чужой немножко прихватил, вот стаканчик. Сейчас остановлюсь возле какой-нибудь ближайшей урны, все это выкину, чтобы место было после меня чистое, чтобы можно было сюда еще разок приехать, но в следующий раз обязательно с палаткой и на подольше. Потому что атмосфера мне здесь прям очень понравилась. Сейчас забьем навигатор. Угу. О, 149 километров. Route wird gestartet. Ziel nach Hause. Weiter Richtung Westen auf, am Keilerwechsel, dann rechts abbiegen. Так. Хватит ли мне здесь радиуса? Так.